Соответствуют ли потребности государства в кадрах потребностям граждан? Сегодня в Минпросе отметили, республика нуждается в строителях, слесарях, швеях. А вот рынок труда все чаще предлагает юристов и экономистов. Цифры говорят сами за себя. На приднестровских предприятиях не хватает более 2000 швей и 530 рабочих строительных специальностей. К сожалению, на сегодняшний день очень многие рабочие специальности не привлекательны для выпускников образовательной школы. Дети просто не хотят идти получать данные специальности. Здесь есть и те проблемы, которые на сегодняшний день пытается решить Министерство просвещения. Это проблемы, связанные с тем, что по некоторым специальностям необоснованно завышены сроки обучения по данным специальностям. Задача Минпроса, отметили сегодня, сократить срок обучения. Причем это не должно отразиться на качестве подготовки специалистов. Также комиссия утвердила контрольные цифры приема на следующий учебный год. По словам специалистов, в первую очередь они руководствовались востребованностью тех или иных специальностей среди выпускников и на приднестровском рынке труда. Сегодня нужны работники торговли, работники коммерции, работники общественного питания, работники строительного комплекса. Мы видим даже по одному Тирасполю, как поднимаются в небо подъемные краны, строятся дома, строятся другие объекты. То есть нужны каменщики, нужны штукатуры. Практика прошлого года показывает, контрольные цифры приема на бюджетные места в учреждения начального и среднего профессионального образования выполнены только на 85%, тогда как по договору на 130%. То есть сегодня существуют специальности, которые привлекательны для выпускников, но не перспективны для развития рынка труда республики. И чтобы решить эту проблему, необходим комплекс мер, отметили в Минпросе. Сюзанна Авакян, Александр Тыж, Первый Приднестровский телеканал.